Всем привет! Это Мария и полная практика прощения с Green Mind Life Ярослава Мудро-Воронцов. Сегодня суббота. Тихое, спокойное субботнее утро. Такие утра, они мне напоминают о моем детстве, когда по субботам никому никуда не надо было бежать, никто никуда не спешил. У нас всегда были совместные семейные завтраки. Мы всегда кушали вместе с семьей, и в субботу мама обязательно готовила что-нибудь вкусненькое. По дому разносился такой приятный аромат печеного печенья или пирога какого-то, возможно, пирожков. Все зависело от маминого настроения. Мама обычно в это времена очень нервничала, когда там хотела побыстрее приготовить позавтрак, но не успевала. Она кричала: «Уйдите все отсюда, не мешайте мне!» Ну, а там мы бегали вокруг и ждали завтрака. А потом мы собирались всей семьей вместе за стол и завтракали. И обсуждали планы на выходные, кто на какой рынок поедет, что мы купим, что будем делать, кому чью комнату убрать. И это всегда было вот такое семейное субботнее утро, которое такое веселое, шумное было. Кто-то нервничал, кто-то ругался, не без ссор, конечно, было. Но сейчас эти воспоминания, они вызывают во мне очень теплые, приятные чувства, потому что это было просто великолепно. И я думаю, что когда вырасту, я тоже обязательно буду делать такие же субботние завтраки у себя дома со своей семьей. А сейчас, сегодня у меня в гостях моя мама. И сегодня я тоже, теперь моя очередь пришла заботиться о ней. Но вы знаете, это мне доставляет просто массу удовольствия. И я сейчас понимаю, что отдавать что-то кому-то, заботиться о ком-то, намного приятнее, чем получать что-то в ответ. И это очень замечательно, когда ты видишь улыбку на лице своих родных и близких людей, когда они счастливы и довольны, и ты понимаешь, что ты вложила свою частицу в то, чтобы они были счастливы и довольны. И вот эта готовка еды, она вообще не напрягает, это наоборот приятно, потому что ты знаешь, что твои родные будут от этого более радостны, что ты можешь их осчастливить, пускай даже такой мелочью, как вкусным пирогом. Поэтому заботьтесь о своих родных, делайте для них что-то. Наслаждайтесь тем теплом и уютом, тем обменом энергии, которые вы можете сейчас сделать. Это все в ваших руках и зависит от вас. Не игнорируйте своих родных. Они чудесные, они с нами не просто так. Я желаю вам прекрасного утра, хорошего дня, чудесных выходных, никуда не спешить, наслаждаться каждым моментом и радоваться жизни. Ну а я бегу в магазин, потому что мне лично не хватило кураги на пирог для мамы. С вами была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослава Мудро-Воронцов. Живите счастливо, в любви и радости. Мы же зажигаем звезды на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.